Доброго времени суток. Меня зовут Смолина Ольга. Я выпускница 4-го потока школы Никиты Бурлакова гипноза Слиперса. Хочу рассказать, как я попала в эту школу, что я в ней получила и к чему все это может привести. Гипноз меня интересовал давно, еще, наверное, с юности. Но гипноз – это, в принципе, медицинский термин, и я глубоко туда, ну, никак не залезала. Не было достойных учителей. Ну, как говорится, когда ученик готов, приходит учитель. Я увидела рекламу этой школы ВКонтакте. Посмотрела, побывала на нескольких вебинарах, стало интересно. Интересно стало, что это не простой классический гипноз, а энергоинформационный, связанный с энергетикой, где можно и почиститься, и наполниться. Один раз побывала на вебинаре, пригласила сестру, вместе с ней побывали на вебинарах, обсудили и решили пойти на обучение. Сначала казалось, что интенсивности обучения будет не хватать, но уже в середине обучения было понятно, что вполне достаточно того, что дают в школе. Во-первых, мне понравилась подача информации в школе. Даются видеоуроки, а также они проверяются. И также есть куратор. Очень понравилась работа куратора. Кураторы работают не для галочки, а работают с каждым учеником отдельно. Поначалу были вопросы, получится, не получится, но когда стали обучаться, заходить в сеансы, стали появляться вопросы. Когда задаешь вопрос, получаешь ответ, все прекрасно получается. Приходила сюда с целью научиться общаться с ушедшими душами. Я долго искала вариант пообщаться, но не хотелось идти ни к медиумам, ни к бабкам. Сама занимаюсь эзотерикой и прекрасно понимаю, к чему это может привести. И здесь у меня появилась такая возможность. Уже после обучения я смогла это сделать. Мне понравилось. Если есть какие-то у вас сомнения, идти, не идти в школу гипноза к Никите, могу сказать однозначно, лучше не сомневаться, информация дается очень интересно, очень понятно. И в любом случае, если появляются какие-то вопросы, всегда помогут вам кураторы и всегда поможет сам Никита. Главное не оставлять этот вопрос в себе, а уметь его задать. Если будете задавать вопросы, все у вас получится. Всем спасибо, всем удачи.